Нормально. Знаешь, когда ты надоел со своими шутками. Нормально, можешь? Всем доброе утро. У нас сегодня опять же новый день. У нас сегодня пятница. Вот. И завтра у меня опять соревнования. Я еще тут влог не смонтировала. По-моему, не припадаю. Ну, ты будешь ходить вот с желтым пятном или перестирывать? Вот. Просто дурацкий утюг прыскнул желтой водой. Желтой? Как всегда на твою футболку. Он это любит. Как всегда. Вот так вот у нас дела. Притаился. Что там вообще на улице? Скажи, там зацепляло время? 30? Ага, 30. 17? Чем мы хороши? Нет, Тёмочка, еще рано. Я тебя возьму на руки. Пойдем, посмотрим. Кто тут? Посмотри. Птички. Дима. Кс-кс-кс-кс-кс. Ой, какой красивый. Что ты там ляпнул? Эй, в городе, пью-пью. Ага, попался, который брыкался. А используешь, когда ты родился, обосрала всего доктора? Артём. А чё выложили, это чтоб все не... А чё ты вся мокрая? И что? Всегда нужно разворачивать вперед или ставить на убийство. И что? Всем привет. Я пришла со школы. У нас ничего интересного в школе не было. Представляете? Не, ну как, может быть, было что-то. Но я получила по геометрии 5.2. Она мне поставила 5.3. И все. Больше ничего интересного нету. Я не знаю, что еще рассказать. Нога вот. Да, что вы, я же гимнаст. У меня ноги вообще везде хранятся. О, что я говорю? Не слушайте меня. Короче, я сейчас немножко отдохну, потому что безумно устала от школы просто. И пойду уже на гимнастику. Чима бедный. Устал. Он устал. Тимочка, ты сильно устал. Да, моя сладка. Вот так. Вот так. Тима, что у тебя за личико такое красивое, Тима? Ты такой красивый, Тим. Мама, короче, купила лазерную игрушку. Артём над Тимкой издевался. Короче, издевался, по 100 раз эту игрушку включал. Тим бедный бегал, прыгал. Теперь лежит и спит. Блин, Тим, небо, твоя житуха. Какая она прикольная. Да, мой муравейник? Да, да, да. Вот Тим какой хороший. Я, как вы уже поняли, пришла с гимнастики. Читай, я ничего не вижу. Вот. Ути, мой Селёночка. Ути, какой хороший. Тим, ты видишь себя там в отражении? Вот. Боба. И завтра у меня опять же соревнования. У меня там нога видно в зеркале. Вот моя нога. Здравствуйте. Вот. И завтра у меня опять соревнования в дюце. Я еще тот влог не смонтировала, а у меня уже следующий. Уже неделю не монтировала, потому что вообще некуда. Ужас. Вот так вот, такие у нас дела. Да, Тимк? Чё мой маленький? Ой, чё какой хороший. Ой, чё какие лапки, какие подушечки. Ой, какие... Ой, всё. Спрятал подушки, Тим, да? Тима, пока.